Политика, скандалы, свежие новости. В начале о главном. Погнали. По ходатайству ООО «Приват-офис», связанного с бизнесом Игорем Коломойского, Печерский райсуд Киев отменил арест на объекты недвижимости в разных областях Украины. Арест был наложен в апреле 2017 года. Определение суда размещено в Государственном реестре судебного решения. Ходатайство по отмене ареста, наложенного 5 апреля 2017 года, подавало ООО «Приват-офис». Речь идет об уголовном производстве по статье 191 Уголовного кодекса Украины. «Приват-офис» брал в «Приватбанке» кредит под залог части в уставном капитале. Суд решил, что арест был наложен без доказательств соразмерности стоимости недвижимости и имущества, на которое был наложен арест, с размером ущерба, причиненным уголовным правонарушением. Объекты, с которых суд снял арест, находятся в разных областях Украины. 22 марта 2019 года Печерский райсуд по ходатайству Генпрокуратуры наложил новый арест на активы ряда компаний, которые прямо и косвенно связаны с группой «Приват», бизнесом Игоря Коломойского. Среди них фигурировала фирма «Приват-офис». В материальном суде говорилось о передаче активов Национального банка Украины в ипотеку залог в качестве обеспечения долгов «Приватбанка» по рефинансированию. Речь в частности шла об аресте 144 объекта недвижимости «Приват-офиса». На этом у меня все. Жмите лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. Услышимся, дядя Дима.